С сентября 2021 года правительством страны утвержден новый план развития конкурентных отношений в России. Региональную дорожную карту мероприятий обсудили на Координационном совете по внедрению стандарта развития конкуренции. По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, только в условиях здоровой конкурентной борьбы на рынке люди способны получать самый качественный и наиболее доступный товар или услугу. Вопросы развития конкуренции одновременно являются и неотъемлемой частью региональной экономической политики и одним из ключевых показателей ее уровня развития и эффективности. Сегодня нам хотелось бы понять, где мы находимся, где наши действия синхронизируются с шагами федеральных коллег. Новый план развития конкуренции позволит до 2025 года увеличить число работников малого и среднего бизнеса. При этом необходимо расширить участие частного сектора во многих отраслях экономики. По мнению руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области Геннадия Спирчагова, сегодня в регионе есть все условия для создания здоровой конкуренции. Основная задача нового плана – преодолеть административный барьер. Это создание условий в каждой отрасли, чтобы вход на этот рынок, в эту отрасль для представителей малого и среднего бизнеса был более легкий, без административных барьеров, нежели, допустим, присутствовал до плана, допустим, первого плана развития конкуренции. Как отметили в региональном министерстве экономического развития, сегодня в Ульяновской области конкурентные бизнес-отношения находятся на высоком уровне. По итогам прошлого года регион занимает 11-е место в России по развитию конкурентной политики. Затронуты все ключевые сферы экономики. Это и жилищно-коммунальный комплекс, и строительство, и промышленность, транспорт, блок социальной сферы и ряд других товарных рынков. Таким образом, по итогам 2020 года в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню содействия развитию конкуренции регион поднялся на 10 позиций и вошел в первую двадцатку регионов Российской Федерации, улучшив положение в рейтинге. По итогам заседания Совета глава региона подписал соглашение о взаимодействии антимонопольной службы и регионального правительства, а также дорожную карту по содействию развитию конкуренции до 2025 года. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.